20 апреля, 17 год, Харьков. 20 апреля. Уважаемые харьковчане и гости нашей первой столицы. Всем, кто по каким-либо причинам пропустил первоапрельский день розыгрышей, а также вчерашний розыгрыш в виде снегопада в Харькове, предоставляется бонус и возможность насладиться крайним аккордом в гала-концерте «Матушки зимы» «Гололед». Минус 6 в Харькове. Ох. Ну, на лыжах на майские праздники мы еще не ходили. Все в жизни бывает впервые. Нет слов, нет просто слов. Под этим всем уже распустившиеся одуванчики, тюльпанчики. Просто караул. Огромное количество деревьев поломало вчерашним снегопадом. Вчера ломали, природа ломала ветки, сегодня будут ломать ноги. Потому как ходить практически невозможно. Зимой это посыпают, есть песок, там какие-то соли. А сейчас куда уже? Вся снегоуборочная машина убрана. Снегоуборочная машина, тавтология. Все эти спецзасобы тоже уже тю-тю. В общем, медикам, коммунальщикам, несмотря на минус 6, деньки предстоят горячие. Вне всякого сомнения. Да. Тут как-то еще и разрушений поменьше. На Салтаке так. На Северной вообще мрачно. Деревья валяются. Дорогу преграждают огромное количество. А тут я так посмотрю, еще нормалек.